который мы называем Старый Иерусалим, восточная стена, а до середины 19 века не было никакого старого нового, был только этот. С 16 века в стенах этих, во многом повторяющие древние стены. Так вот, сейчас есть 7 ворот. 6 предназначены для человека. Несколько увидим, войдем, выйдем. А вот эти заложенные, видите, перед вами, они называются золотыми или воротами милосердия, или воротами Мессии. Потому что они ведут на Храмовую гору. Они ведут к месту, где стоял Иерусалимский храм, стоящий здесь до 70-го года. А вот с Масличной горы, говорят христиане, сойдет Мессия. Значимых мест вокруг Иерусалима. Под нами ущелье. Конечно, сейчас не такое глубокое, как, например, во времена Иисуса и во времена, когда возникал Иерусалим. Но именно благодаря ему подступы к Иерусалиму, посмотрите, пожалуйста, оно поворачивает. Перед нами стена старого города, а ущелье сворачивает туда, да, от нас влево. Вот это ущелье называется Кедрон. Не от слова кедр, а от слова кадар. Темный, мрачный. Кедронское ущелье. Время от времени оно было потоком. Вот это место называется столб Авессалома или могила Авессалома, сына Давида. Он здесь похоронен, он предал отца своего Давида. И с тех пор каждый израильтянин приводил сюда своего сына, чтобы он бросил в это место камень. Вот рядом с восточной стеной и рядом с церковью всех нас. Вот люди входят в Гефсиманский сад. Здесь написано что-то по латыни. How much? Да нет, когда мы сейчас будем. Отсюда название Гефсимания, Гатшмани. Это только часть той территории, которая была излюбленным местом Иисуса и его учеников. А почему? А потому что, господа, большую часть года она пустовала. Потому что это сезонные работы. И те помещения, кстати, тоже в виде гротов и пещер, которые занимали рабочие, когда выдавливали в сезон сбора оливок масла, большую часть года были пустыми, и Иисус мог здесь собираться. Отсюда слова в Евангелии о обыкновении. То есть не первый раз. Место излюбленное в нем. Дальше, господа, посмотрите на эти деревья. Я знаю, что очень эффектно было бы сказать, они видели Иисуса. Нет. Нет. Но если мы восхищаемся столетним дубом, правда? То этим 600, 700, 800 лет. Посмотрите, совсем молодая олива, посаженная папой Римским в 1964 году. Посмотрите, как она от своей сестрицы окружается. Входим в храм всех наций. Здесь внутри находится камень, на котором Христос молился последнюю ночь. И эта молитва у нас называется «Моление о чаше». На алтаре этот камень. Сейчас пойдем к алтарю. Напоминающая терновый венец. Вот голубь.
Дух Святой. А, нет, вот голубь. Вот голубь, как Дух Святой. Венцы. И вот сам чашу страданий мимо него и сказал конце, но впрочем, твоя воля будет, а не моя. Господь. Восточная стена Старого Иерусалима, золотые врата, и внизу долина Кедрона. Здесь находится кладбище христиан, и с этой стороны, и вот там дальше могилы под пальмой. Здесь вот дорога. Вот. А здесь церковь всех наций с этой стороны. И мы сейчас в нее входим.